Представляю вам победителя праздничного тура творческого конкурса «Handmade Новый год» в категории «Куклы и игрушки» Людмилу Шаповалову из города Симферополь, Россия, и ее совершенно потрясающих, просто живых питомцев. Людмила рассказывает, творчеством я занимаюсь уже 9 лет. Сейчас в основном работаю в смешанной технике с использованием силикона. Работаю я только с искусственными материалами. Для создания своих реалистичных животных использую искусственный мех высокого качества, пластиковый и металлический каркасы, синтепон, пластик и силикон. Все мои игрушки не статичные и могут легко менять позы. Игрушки я делаю только под заказ, и в наличии свободных у меня практически не бывает. Делаю игрушки как фантазийные, так и реалистичные. Реалистичные часто заказывают по фотографиям своих домашних питомцев. Цены на игрушки зависят от сложности и индивидуальности заказа. По всем вопросам вы можете связаться со мной. Контактная информация есть в описании этого ролика.